Всем привет, друзья! Вновь приветствую вас на своем канале. Я, как видите, по голосу еще болею, простуда не проходит. Сегодня я приготовил специально сам, первый раз, кстати, в жизни, уху. Уха из скумбрии. Процесс готовки я тоже снял, небольшой видеоролик. Вы его видели в начале данного видео. Надеюсь, что она получилась вкусной, хотя процессы готовки я пробовал. Let's get started. Очень горячая, очень. Вау. Лавровый лист. Добавил много перца, друзья, поэтому очень острая, но вкусная. Из ингредиентов конкретно вот сама рыба, скумбрия, лук, картошка, рис. Томатная паста, лавровый лист, соль, перец, ну и в принципе все. Вау, очень горячо. Перемешаем, чтобы немного остыло. Я нарезал рыбу мелкими кусочками, филе. Чуть было не застряло в горле. Mm.
Очень горячо. Очень вкусная рыба. Костей очень мало.
Ну вот и все, друзья. Первый мой опыт с ухой, с приготовлением ухи удался. Уха из скумбрии. Надеюсь, вам тоже понравилось видео. А мне понравилась уха. Увидимся в следующих видео. Bye, guys.